9 июня в 19:00 в актовом зале Челябинского епархиального управления состоится встреча с иноком Киприаном Бурковым, полковником запаса, героем Советского Союза, насельником Свято-Петровского монастыря, автором-исполнителем песен об афганской войне, нашим земляком. В апреле 1984 года в Афганистане отец Киприан был тяжело ранен, потерял обе ноги. Но сила духа помогла ему вернуться в строй на протезах. В 90-е он сделал блестящую политическую карьеру. Был советником президента РСФСР по делам инвалидов, депутатом. В октябре 1991 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Затем принял монашество. На встрече отец Киприан ответит на вопросы верующих, расскажет о своем жизненном пути. Вход свободный –